Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Марина Вгородова и Николай Слепцов. И микрофона ведущей Сергалана Антонова. На протяжении многих лет Федеральная служба судебных приставов проводит информационную акцию «Судебные приставы детям». Главная цель которой – защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей. В рамках акции мы решили встретиться с теми, кто по долгу службы ежедневно защищает их права и отстаивает законные интересы. Итак, гости нашей студии сегодня – заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Саха-Якутия, заместитель главного судебного пристава Республики Саха-Якутия, подполковник внутренней службы Наталья Николаевна Григорьева. Добрый день. Добрый день. Заместитель начальника отделения организации дознания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия, лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Николаев. Здравствуйте. Добрый день. И заместитель начальника отдела опеки и попечительства окружной администрации города Якутска Розалия Леонидовна Акимова. Приветствуем вас. Здравствуйте. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66, 32-11-66. И в первой части нашей программы мы говорим о тонкостях работы в области исполнения судебных решений в пользу несовершеннолетних. И беседуем с заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия Натальей Николаевной Григорьевой. Наталья Николаевна, действительно, забота о детях – это очень важная, ответственная задача, да, ведь подрастающее поколение – это, несомненно, будущее нашей страны. Расскажите, пожалуйста, о проделанной работе в части взыскания алиментных платежей. Так, еще раз добрый день. Ну, действительно, взыскание алиментных платежей – это одна из приоритетных задач, которая стоит перед Федеральной службой судебных приставов, перед нашими судебными приставами-исполнителями. В соответствии со статьей 80 Семейного кодекса Российской Федерации, да, эта обязанность возлагается на родителей детей, то есть обязанность по содержанию своих несовершеннолетних детей до, получается, 18-летнего возраста. Порядок взыскания алиментов также предусмотрен у нас в Семейном кодексе. И у нас как бы там два варианта, да? Ну, во-первых, изначально надо говорить о том, что помогать содержать ребенка, да, своего – это обязанность родителей, поэтому это можно делать совершенно добровольно. То есть здесь не нужно никаких специальных норм. Можно, даже если родители не проживают совместно, все равно они могут участвовать в воспитании, в содержании, в общении с этим ребенком. Теперь, значит, если есть такая необходимость – тоже добровольный вариант, можно подписать соглашение об порядке уплаты алиментов, и оно удостоверяется в нотариальном порядке. Там предусматриваются условия, размер содержания, там, периодичность. Единственное условие, что они не должны быть хуже, чем предусмотрено в законе. Лучше можно, там больше алиментов, чаще и так далее, это можно, а хуже нельзя. Теперь, если не достигли, да, такой добровольности, тогда это тот родитель, который остается с ребенком, имеет право обратиться в суд и получить соответствующий исполнительный документ. Либо это судебный приказ будет, либо это будет исполнительный лист, в котором будет и прописано, кто должен платить алименты. Ну, это второй родитель, как правило, да. В размер этих алиментов, ну, мы с вами знаем, что общий порядок какой это у нас, 25% на одного ребенка, 33% от дохода это на двоих детей. Если детей трое и больше, тогда это 50% от доходов. Ну, там есть варианты, можно, конечно, алименты взыскивать и в твердой денежной сумме. Но это уже тоже как в судебном акте будет записано. Да? После того, как вот такой исполнительный документ получен, он предъявляется в службу судебных приставов для принудительного исполнения. В целом у нас в среднем за год таких исполнительных документов не так много. Да? Ну, чуть больше 12 тысяч. Это в годовой такой, да? Из них где-то половина это как бы свежие, но не то, что они вот свежевынесенные, да, и там, что уволился родитель, да, к нам вернулся этот документ, что он перестал оплачивать, мы снова возобновляем производство, вот в таком варианте. Вот, допустим, за текущее время, за вот эти 5 месяцев текущего года у нас на содержание детей взыскано более 100 миллионов, то есть по всем исполнительным документам, да, больше 100 миллионов рублей, а эти деньги были переданы взыскателям, ну, для погашения долга. Вообще, исполнительное производство о погашении, о взыскании алиментов у нас есть в каждом отделении. То есть, вот наше отделение судебных приставов есть в каждом городе республики и в каждом районном центре. И там есть подразделения, и там у нас, значит, есть в каждом
где-то побольше, где-то поменьше, да, есть исполнительный документ о взыскании алиментов. Ну, больше всех, конечно, в городе Якутске, потому что это город большой, столица, побольше. Порядка, наверное, половины всех документов находится здесь. Хорошо. Какие именно меры принудительного взыскания принимаются по отношению к должникам по алиментам? Ну, как бы у нас есть закон об исполнительном производстве, там совокупность мер. Вообще принимается совокупность мер. Вот с чего начинается исполнительное производство? Возбудили производство и вручили сразу должнику требование, что он обязан платить алименты. Если этого не происходит, да, если мы не видим поступления денежных средств, да, или он не показывает квитанции, что он уже оплачивает, да, сам добровольно ходит там оплачивает, если этого нету, значит, мы сразу получаем полный объем его информации о его финансовом положении, его счета, да, где он там доходы может, деньги может содержать, его имущество, да, там автотранспорт, там недвижимость. Все получаем, да, доходы какие-то, где он, может быть, работает из пенсионного фонда, может, пенсию получает, да, может, что-то еще делает. Вот начинаем взыскивать оттуда. Вот со счетов, да, и с этого. Если этого недостаточно, то есть денег не хватает, да, или не работает, не получает доход, тогда мы работаем с имуществом. Выход по месту жительства, арест домашнего имущества, да, на сумму долга. Автотранспорт подлежит аресту, да, и до последующей реализации, да. Недвижимость, ну, за исключением единственного жилья, да, тоже подлежит аресту. Есть еще такие вот понуждающие меры, например, ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. То есть за границу уже не поедет ни в командировку, да, ни на отдых, ни на лечение. Он сначала должен погасить свою задолженность по алиментам. Ограничения на право пользования специальным правом, то есть управление любым видом автотранспорта. Да? То есть есть у него права, мы это получаем, ГИБДД сведения, и мы его запрещаем пользоваться до тех пор, пока он не погасит долги. Вот погасит долги все, да, и это право не ограничено сроком. То есть вот пока есть долги, он не пользуется этими правами. Если он будет пользоваться, его привлекает к ответственности. Хорошо, дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире, и тема нашей сегодняшней передачи – это информационная акция «Судебные приставы детям». Пожалуйста, если у вас есть вопросы по данной теме, то, пожалуйста, звоните к нам в студию по телефону 32-00-66, 32-11-66. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. А вот какая из перечисленных мер наиболее эффективна? Ну, вот как бы каждая мера относительно любого должника будет более-менее там одна эффективнее, другая эффективнее, вообще совокупность мер. Вот, допустим, в этом текущем году у нас вынесено запретов на пользование специальным правом, это порядка 60 таких должников попалось, да. За этот период, чтобы вот начать пользоваться правом, почти 3 миллиона выплатили должники, да? Эффективно? Да. Ну, эффективно. Ограничение на выезд за пределы Российской Федерации, есть желание выехать, да, узнает о своих долгах, старается погасить. Да? Только вот эта мера она принесла в этом году больше 50 миллионов. Ну, то есть, получается, деньги есть, да? Значит, хочу выехать, буду оплачивать. Арест имущества тоже эффективная мера. Не хочет расставаться там, с любым телефоном, там, с любимой автомашиной, например. Тоже эффективная мера. Да? Но я уже не говорю об административной и уголовной ответственности, как устрашающей мере, да, за нарушение действующего. Ну, это мы как-то попозже поговорим, да. Но тоже эффективная мера воздействия на должника. Ну, поэтому вот так. А как вот взыскивать алименты, если, например, должник не работает? Довольно-таки, мне кажется, распространенный вопрос. Если не работает. Вот некоторые наши должники, да, они ошибочно полагают, что у тебя не работаю, у меня же дохода нету, да, платить не буду. На самом деле не так. Даже если должник у нас не работает, да, он все равно обязан платить алименты. Это базовая задача, ну, в жизни любого родителя, да. Ребенок, он должен ежемесячно получать содержание, да. Поэтому, значит, даже если он не работает, задолженность копится. Если вообще никакого дохода нету, да, то берется средний заработок на территории Российской Федерации, и от него вот отсчитываются эти проценты. 25%, как я говорила, 30-50%. И эта задолженность, она копится, да, не исчезает. Когда появится доход, то будет удерживаться с учетом этой задолженности. Ну, например, текущие платежи 25%, а если накопилась задолженность, то можно удерживать с должника до 70%. 25 будет текущее, а все остальное на погашение образовавшейся должности. Теперь, если у нас должник не работает, ему трудно найти работу, значит, мы ему даем направление вот, в центр занятости. Там у нас тоже есть соглашение, им предлагают работу. Если он стал на учет и получает пособие, то задолженность будет удерживаться, ну и текущие алименты вот с этого пособия будет.
Хорошо. А нередко, конечно же, должники пытаются уклониться, да, или попросту, может быть, даже сбежать от своих обязательств. А что в этом случае делают судебные приставы? Так, если судебные приставы не нашли должника, вот в каждом исполнительном документе указано место жительства должника. Мы по нему проверили, не нашли. Запросили МВД, где прописан, может, где-то зарегистрировался, не нашли. А, денег нету, имущество не числится. В этом случае объявляется розыск, он является обязательным. То есть у нас вот в службе два варианта. Факультативный розыск, не обязательный розыск. А вот именно по алиментам розыск обязательный. То есть все равно будем искать, куда делся, почему не платит алименты. А в этом году у нас таких розыскных дел возбуждено именно по алиментам. Более 800. Это, как правило, мы ищем самого должника, но мы еще можем искать имущество. То есть числиться вот за должником автотранспорта найти не можем. Мы можем розыск имущества, эту машину найти. Но в основном вот, по данной категории мы ищем должника. Не всегда это, конечно, вот он злостно там где-то скрывается. Да? Он, может, выехал и не подумал о том, что он должен сообщить судебному приставу. Вот я хочу воспользоваться моментом. Если есть алименты, если переезжаем в другой город, надо об этом поставить в известность судебного пристава-исполнителя, чтобы розыск не был объявлен. Да? Вот тогда объявляется розыск. И тут используются разные меры, которые направлены именно на розыск такого должника. Как и за этот весь период будет копиться задолженность. Uh-huh. То есть все равно будет потом платить. Uh-huh. А если исполнительный розыск оказался безрезультатным, да, что вот в этом случае делается? Uh-huh. Вот такое тоже бывает не так часто. Как правило, мы находим наших должников. Да, вот в этом году из этих 800 мы почти 200 уже нашли должников. Там, как правило, они выехали за пределы там, Российской Республики. Так. Если в течение года мы найти не можем должника после объявления розыска, в течение года его искали, и никаких вот следов, так сказать, жизнедеятельности, там нигде не привлекался к штрафам, нигде не получал дохода, нигде ничего не купил, не прописался, да, там, допустим, не пользовался услугами там, поликлиники, да, не нашли, угу. Да, то это основание, да, мы приглашаем взыскателя, и мы объясняем его право. Он получает документы от нас, что не нашли таким образом. И такой взыскатель может обратиться в суд за признанием вот этого должника безвестно отсутствующим. То есть мы не нашли, в течение года нет вообще свидетельства, что он где-то появлялся. Вот получив такой документ, взыскатель имеет право на получение пенсии по потере кормильца. Тоже выход на самом деле. Угу, хорошо. А что делать, если, например, ребенок достиг совершеннолетия, да, а вот долг остался? Да, вот такое тоже есть. Ну, понятно, что алименты – это периодические платежи, ежемесячно выплачиваются. Да? Но бывают периоды, когда должник не работал, накопил задолженность, да? Или, например, скрывался, да, избегал каким-то образом. Да? И вот накопилась задолженность. Вот ребенок достиг 18 лет. Вот это исполнительное производство о взыскании алиментов, оно по закону прекращается. Все, ребенок достиг. Но поскольку была задолженность, вот наш должник не оплачивал, это все рассчитывается, выводится сумма задолженности и возбуждается исполнительное производство о взыскании этой задолженности. Все равно. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Я напомню, сегодня мы говорим об информационной акции «Судебные приставы детям». Продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим об информационной акции «Судебные приставы детям». Причин для этого несколько. Первое, конечно же, ребенку нужно питание, обучение, отдых и игры. Второе – это административная и уголовная ответственность за неисполнение родительских обязанностей по обеспечению несовершеннолетних. Ну и третье, чтобы родителю потом просто не стыдно было смотреть в глаза своему повзрослевшему чаду. И наш следующий собеседник – заместитель начальника отделения организации «Дознание» Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия Виктор Иванович Николаев. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66, 32-11-66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Виктор Иванович, расскажите, пожалуйста, о деятельности дознавателей службы судебных приставов. В чем заключается их работа? Здравствуйте еще раз. Ну, вообще, направление дознания в нашей службе является одним из основных направлений деятельности. Да, работа наших дознавателей заключается в применении мер уголовно-правового принуждения в отношении, в том числе в отношении должников, не исполняющих решение суда. То есть это, ну, если говорить вкратце, то возбуждение и расследование уголовных дел. Ну и хотел бы перечислить, по каким именно статьям наши дознаватели работают. По статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.
Хорошо, давайте мы их перечислим чуть позже. У нас телефонный звонок поступил, давайте его примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да-да, говорите, пожалуйста. Алло, добрый день, слушаем вас. Так, у меня вопрос. Если у алиментщика, ну, есть молодые люди, которые вот хотят разводиться, но у них четверо детей. И... если на четверых детей, сколько он должен будет оплачивать от заработной платы? Ну, как правило, от трех и более детей, то есть в данном случае четыре ребенка, это 1/2 любого вида дохода должника. 50% от заработной платы. 50%. Хорошо. Давайте мы продолжим отвечать на предыдущий вопрос. Вы обещали нам перечислить? Да. Дознавателями органов принудительного исполнения, то есть наша служба, осуществляется дознание по следующим статьям Уголовного кодекса. Это, ну, в первую очередь, речь идет о статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Также статья 177, это злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности. Часть 1 статьи 294, это воспрепятствование осуществлению правосудия или производству предварительного расследования. Также статья 297, это неуважение к суду. И часть 1 311 статьи, это разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Также статья 312 и 315. 312 – это незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту, описи аресту, либо подлежащего конфискации. 315 статья – это неисполнение решения суда, приговора суда, решения суда или другого судебного акта, так скажем. А вот правильно ли я понимаю, что на начальном этапе, получается, исполнительного производства, да, работает судебный пристав-исполнитель, а затем уже дело передается вам? Да, можно так сказать. Вообще судебные приставы-исполнители с момента возбуждения исполнительного производства применяют весь комплекс мер принудительного взыскания. Это уже, как вот перечислила Наталья Николаевна, это, ну, вообще изначально направляют они соответствующие запросы в банки или там кредитные организации и так далее для установления доходов должника, либо денежных там средствах, которые находятся на его счете, или имущество должника. Потом уже по имеющимся ответам на запросы они направляют соответствующие, как бы, постановления, да, регистрирующие органы. То есть это сейчас... ну, допустим, арест со счетов, да, могут деньги арестовать и так далее. Ну, запрет наложить на выезд за пределы Российской Федерации, на пользование специальным правом, то есть водительским удостоверением. Ну, повторяться не буду, это все уже вот перечислили сегодня в эфире. Потом уже особо злостных должников судебные приставы и исполнители привлекают к административной ответственности, также вручают им предупреждение об уголовной ответственности. Если должник после данных мер не делает для себя соответствующие выводы, то приставы и исполнители регистрируют рапорт об обнаружении признаков преступления в отношении данных должников, которые уже подвергнуты к административной ответственности или им вручены там предупреждения об уголовной ответственности. И этот материал с рапортом об обнаружении признаков преступления передают уже нашим дознавателям. И дознаватели уже проводят соответствующую процессуальную проверку на наличие в действиях либо бездействии должников того или иного состава преступления. Хорошо, вот при всем многообразии мер и способов воздействия на должника по алиментным обязательствам, вот как вы говорили, самой суровой, наверное, карой является уголовное наказание. Насколько оно эффективно? Так, ну, я бы хотел сразу привести пример, начать с примера. В этом году, вот в феврале, в отношении жителя города Якутска нашими дознавателями было возбуждено уголовное дело по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. И дело, получается, расследовали, направили в суд. Потом уже после направления в суд должник, видимо, ну, сделал для себя соответствующие выводы и внес оплату более 1 миллиона рублей. И уголовное дело прекратили в суде в связи с примирением сторон. Вообще, привлечение должника это к уголовной ответственности – это как бы крайняя мера, да, у нас. От должника требуется... Но, тем не менее, видимо, эффективная.
Да, можно так сказать, да. Ну, от должника требуется только трудоустроиться и выплачивать алименты в соответствии с, ну, с установленным размером, да, решением суда. Вообще, в этом году, с начала года, нашими дознавателями было на текущее время возбуждено 170 уголовных дел в нашей республике. Так. Хорошо, у нас вновь телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, добрый день. Так, сорвался, к сожалению. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. А вообще, что необходимо для привлечения должника по алиментам к административной ответственности? Так, ну, если говорить про административную ответственность именно за уклонение от уплаты алиментов, это часть 1 статьи 5.35 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, то для привлечения должника по данной статье необходимо с момента возбуждения исполнительного производства в отношении должника в течение 2 и более месяцев должник не должен оплачивать алименты, то он уже подлежит привлечению к административной ответственности. И у нас вновь телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло, говорите, алло. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У меня есть на руках решение суда об алиментах, да, так. В уплате. Но я его еще не предъявляла. Я в течение какого времени могу его предъявить? Угу. Оно так, у меня, ну, вот, я, наверное, отвечу, да? Пожалуйста. Если у вас на руках есть решение суда, по идее, должен быть исполнительный документ. Или это судебный приказ, или это исполнительный лист. Значит, его можно предъявить по месту жительства должника, если оно известно, или по тому адресу, который указан в этом исполнительном документе. Там обязательно такая графа заполняется. И предъявить его, такой исполнительный документ, именно такой, о взыскании алиментов, можно в любое время до достижения ребенка совершеннолетия. Здесь большой срок для определения. Угу. Хорошо, ну что же, мы продолжаем наш разговор. А что необходимо для привлечения должника по алиментам уже вот к уголовной ответственности? Для привлечения должника к уголовной ответственности необходимо то, чтобы должник ранее был привлечен к административной ответственности по статье, которую я уже сказал. Угу. После чего должник также в течение 2 и более месяцев продолжает уклоняться от уплаты алиментов в соответствии с решением суда. Тут я бы хотел уточнить. Ранее у нас, получается, должники могли вносить частичные оплаты, то есть, допустим, по решению суда он должен выплачивать, ну, условно 10 тысяч рублей, а ежемесячно, допустим, он платит по 2-3 тысячи. Угу. То в таких случаях ранее у нас было так, что должники могли избежать административной либо уголовной ответственности, то с этого года уже новые изменения вступили в законную силу у нас, в законе, и, а именно вот президентом Российской Федерации подписан федеральный закон от 30 декабря 2021 года, это номер 499 и 479 ФЗ. Это об внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в статью 5.35 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях. То есть, я объясню, должник, если теперь с этого года, даже если он вносит оплаты, частичные оплаты, менее чем установлен судом, да, то он все равно с этого года подлежит привлечению к административной и уголовной ответственности у нас. Хорошо. А если гражданин отбыл уголовное наказание по 157 статье Уголовного кодекса, он продолжает оставаться должником? Совершенно верно, да. Как бы у нас привлечение должника к уголовной ответственности не освобождает его от уплаты алиментов ни в коем случае. Угу. Он также, у него также копится задолженность по алиментам. И вообще законом предусмотрено неоднократное привлечение должников к административной и уголовной ответственности. И я бы хотел еще сказать, что за неоднократное привлечение к уголовной ответственности у нас зачастую суд может и более суровое наказание вынести, то есть связанное с лишением свободы. Хорошо, у нас телефонный звонок. Алло, добрый день. Алло. Угу. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. А как можно записаться на личный прием к вам? Как попасть на личный прием? У нас на сайте на нашем, да, это 14fssp.ru, да, можно записаться на
на любое время удобное, да, к судебному приставу исполнителю. Можно обратиться по телефону, и также в каждом отделении у нас есть дежурный судебный пристав, у которого можно узнать, ну, ограниченный круг информации, но в принципе можно интересоваться. Или можно обратиться письменно, можно обратиться через единый портал госуслуг. В принципе, там тоже мы даем ответ. Можно обратиться на электронную почту, тоже указанную на сайте, в электронном виде ответ тоже будет предоставлен. Такой популярный, мне кажется, вопрос: как взыскать алименты с индивидуального предпринимателя и как отвечать по унаследованным долгам? Индивидуальный предприниматель. Вот поскольку у него может быть неустановленный доход, то сначала он должен платить ежемесячно хотя бы по среднемесячному заработку, да? Вот, процент от среднемесячного заработка, установленного по Российской Федерации. В конце года вот, в налоговом органе берется информация об ее объеме его доходов, да, и досчитываются эти алименты, да, если было недоудержано. В принципе. Ну и в этом случае еще есть один такой вариант. Можно в твердой денежной сумме взыскать. В принципе, обратиться в суд, если невозможно, трудно установить доход, или, допустим, он считает взыскатель, что доход больше, чем, да, оплачиваются, там, ну, в смысле, чем мы видим, да, то можно в твердой денежной сумме взыскать, в принципе. Угу. Так, и там вторая часть. Унаследованные долги. А, унаследованные. Ну, алименты – это личные обязательства, в принципе, они не наследуются. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы вновь перервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Я напомню, что тема нашего сегодняшнего разговора – это информационная акция «Судебные приставы детям». Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим об информационной акции «Судебные приставы детям», а также рассказываем об особенностях работы с органами опеки и попечительства. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66, 32-11-66. Ну что же, и третий гость нашей студии сегодня – это заместитель начальника отдела опеки и попечительства города Якутска Розалия Леонидовна Акимова. Еще раз здравствуйте. Одна из ваших задач – это выявление детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Да? Расскажите, пожалуйста, вообще, как это все происходит и как вы находите детей, которые нуждаются в помощи? Да, действительно, одно из наших важных самых задач, да, это в первую очередь является выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ну, как вообще происходит процесс? Да, наверное, всех интересует этот вопрос, у всех на устах, куда смотрела опека, да, наверное, да. Ну, конечно, я лично, мое мнение, я немного с этим не согласна, потому что это все происходит в рамках закона, в рамках действующих нормативных правовых актов Российской Федерации. И, конечно, основополагающим для этого у нас является Семейный кодекс Российской Федерации, да. Ну, выявление вообще оно происходит для нас это на основании документов. Ага, дети-сироты – это у нас являются дети от 0 до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. И дети, оставшиеся без попечения родителей – это дети, которые тоже остались без попечения родителей, да, в связи с тем, что один или оба родителя у нас лишены, ограничены в родительских правах на основании решения судов. И плюс к этому, к этой категории у нас относятся дети, у которых родители в установленном законом порядке признаны недееспособными, ограничены недееспособными, признаны безвестно отсутствующими, да, умершими. И плюс к этому еще относятся дети, оставленные в роддомах, скажем, да, ну, отказники, как в народе говорят. Ну вот и все, это весь перечень детей, которые относятся к нашей категории. Это все у нас подтверждается документально. В основном это решение судов, конечно, которые обязательны к исполнению.
как мы все знаем. Какие существуют формы устройства детей, которые остались без попечения родителей? Так, ну это, да, согласно статье 123, да, Семейного кодекса Российской Федерации, у нас устройство – это устройство детей в семье, это опека, попечительство и приемная семья, да. Это семейные формы устройства. А к семейным формам устройства, конечно, приоритетным у нас является еще и усыновление. Это на основании решения суда. Потом те дети, которые у нас остаются, да, они у нас устраиваются в детские государственные учреждения. Ну, сейчас в народе как детдома, да, но сейчас по новым понятиям они являются центрами. Для центр помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, они называются. А может ли, например, вот малообеспеченность родителей явиться основанием для того, чтобы органы опеки и попечительства изъяли детей из семьи? Ой, нет, это... Ну, вообще, сразу скажу, что нет. Для этого, вообще, для изъятия ребенка... Это же само по себе такой сложный и психологический, да, и физический для ребенка в первую очередь, да, процесс. Изъятие само по себе производится в связи с какими-то крайними мерами воздействия, ну, скажем, отрицательного воздействия родителей на детей, да. И малообеспеченность тут как таковой однобоко не является основанием для того, чтобы мы, государство разлучило ребенка от семьи. Да? Тяжелое материальное положение, оно должно сопровождаться государством, поддерживаться государством. Вот такие семьи у нас, скажем, возможно, так, то, что рассматривается на комиссии по делам несовершеннолетних. Там у нас обсуждается, какая помощь мы можем оказать этой семье. Да? Потом, ну, в городе Якутске вообще служба сопровождения со всех сторон, скажем. Есть у нас для этого 120-й федеральный закон, который предусматривает вообще функциональность всех органов системы профилактики. Начиная со школ, поликлиник, заканчивая управлением соцзащиты, да, которое оказывает материальную помощь, потом управление, скажем, по молодежной политике, да, который, тоже какую-то помощь вот в рамках своих полномочий оказывает. Потом служба занятости населения, вот тоже работа. И вот все мы, которые органы, да, ну, вообще учреждения, органы, которые касаются семьи, мы являемся органами системы профилактики безнадзорности детей. И все мы должны оказывать какое-то содействие вот в помощи, вот в преодолении каких-то сложных жизненных ситуаций в семье. Какую роль в финансовой составляющей семьи могут сыграть выплаты по алиментам? И есть ли какие-то вот примеры у вас на практике? Ну, конечно, ну, как уже рассказали предыдущие докладчики, да, вообще родители обязаны, да, содержать своих детей. В любом случае, даже они лишены в родительских правах, да, лишение, ограничение в родительских правах мы должны понимать как лишение и ограничение только в части воспитания детей. А содержание полностью в любом случае возлагается на родителей. Это в любом случае должно, скажем, является основополагающим, ну, финансовой составляющей вообще в подрастании ребенка. Но, к сожалению, конечно, большинство, ну, скажем, злостных алиментщиков, да, вот алиментщиков не понимают, скорее всего, этого. Ну, мы лишены, мы можем и ничего и не делать, да, со своим ребенком. А на самом-то деле у нас закон обязывает, чтобы мы содержали своих детей, да, чтобы несли ответственность за ребенка. И в связи с этим, конечно, очень большую роль должно сыграть вот вообще в становлении ребенка вот финансовая составляющая по алиментам.
Хорошо. А как вы взаимодействуете со службой судебных приставов и поступают ли к вам обращения, например, по проблемам по выплате алиментов? Ну, по алиментам у нас целый, скажем, блок работы. Это у нас обязательный контроль за оплатой алиментов, да, родителями, в том числе лишенными родительских прав, да. Мы контролируем и опекунские семьи, и детские дома, да, в которых у нас содержатся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, у которых возложены алименты. Мы в обязательном порядке проверяем все документы, начиная вот с момента возникновения прав, да, должны быть все документы, все вот чеки у законного представителя находиться, да, у опекуна или вот в центрах, да, в личных делах у детей все должно находиться. Если этого нету, мы требуем от опекунов, чтобы они, скажем, очень сильно взаимодействовали со службой судебных приставов. В том числе, ну, если, скажем, ну, опекуны бывают такие, то что тоже разные бывают. Есть у нас бабушки, которые очень, ну, в силу возраста, да, в силу, скорее, своей юридической грамотности не, ну, не в полной мере могут, да. И в этом случае мы сами выходим на службу судебных приставов. Кроме того, мы два раза в год сверяем списки своих опекунских семей, кто получает, кто недополучает, какая работа проводится. В любом случае мы вот такую, скажем, в письменной форме даже, да, или вот специалисты напрямую вот могут работать с приставом-исполнителем, вот напрямую выходить на контакт и со своими семьями отрабатывать. Угу. Хорошо. Ну и вопрос, который, я думаю, волнует, опять-таки, многих родителей. Как идет вообще процесс обеспечения жилыми помещениями детей-сирот? Так, ну, конечно, это на сегодняшний день, скорее всего, один из острейших проблем, да, вообще, что опека, что жилье сирот, это уже незыблемые, как говорится, понятия уже на протяжении уже последних 10, наверное, лет, сколько мы работаем, да. На сегодняшний день у нас признано по городу Якутску подлежащим обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это 870 граждан. Из них по годам обеспечения у нас распределены за 2020, 2021 и 2022 год. Так, за 2020 год у нас осталось для обеспечения 114 граждан. За 2021 год мы должны обеспечить 107 лиц. И за 2022 год 173 гражданина, относящихся к нашей категории. Это очень большие цифры и, скажем, очень большие обязательства перед окружной администрацией города Якутска. Очень большой объем работы. Ну что же, я благодарю своих собеседников за участие в нашей передаче, дорогие друзья. Это была программа «Якутск сегодня», и мы говорили сегодня об информационной акции «Судебные приставы детям». Дорогие друзья, всего вам самого доброго и до свидания, до следующих встреч.